Здравствуйте. Хочу вам рассказать немножко о клубнике. Это сорт клубники Альбион. Посмотрите, какая у меня маленькая грядка. У меня огорода много нет. Вот, посмотрите, вот там за забором уже соседи живут. Поэтому я хочу все сорта по чуть-чуть. У меня маленький кусочек. И пробу снимаю, где какой сорт. Мне просто интересно. И смотрите, какая маленькая грядка. Здесь кустиков 15 она считала. И смотрите, какая она урожайная. Альбион, сказочная клубничка. Посмотрите, сколько урожая. Это первый год. Я в прошлом году усиками сажала. Ну, то есть старые маточные растения я выбросила. Оставила от них усики. И посмотрите, сколько она дала урожая на первый год. А на второй она даст больше, количество усиков. И она этим не заканчивает свое плодоношение. Она еще раза 4 мне даст урожай. Посмотрите, какая крупная. Вот мой ноготь. Ноготь довольно хороший у меня, удлиненный. И клубничка, смотрите, какие усы у нее. Крупно у нас дождь был, и немного ее повредили ягодки, видите? В болоте какие-то насекомые, по-моему, желтые такие червячки залазят туда вовнутрь и делают дырочки. Сейчас вам покажу, как они называются, проволочники. Вот. А так она урожайная, довольно хорошая, она тяжелая, хорошая, крупная клубника, прям выставочный тип. Смотрите, каждая клубниченка. Какая она массивная, красивая. Вот это вот после болота, после дождя. Это еще не дало, не доспело. Видите, вся в болоте. И вот ее с этой стороны повредили проволочники. Видите, как с ними бороться? Если кто знает, подскажите. Я лично не знаю. Она еще цветет. Она плодоносит и цветет одновременно круглый год, аж до поздней осени. Вот кустик какой замечательный. Вот я хочу вам все 15 кустиков показать, которые у меня растут. Каждый кустик дал огромное количество урожая. Посмотрите, вот следующий. Вот этот кустик поломали дождем. Веточки, собаки прыгали, бегали, вот видите, повредили. И я его обрезала, листики, и обрезала усик. А усики я обрезаю для того, чтобы она давала больше цветоносов. Если не обрезать усики, она на усиках дает детку, детка укореняется, и сама детка тоже начинает цвести. В общем, сорт Альбион замечательный. Она транспортабельная, очень транспортабельная, не ломается. Вот видите, даже дождь был, и она не погнила. Ну, в общем, сказать, что вам говорить. Посмотрите, какая сказка, а не клубника. Такие цветочки. Говорят, что есть мужские и женские кусты. Не бывает таких. Я на своем опыте, проверила то, что кусты все плодоносят, но если оставлять вот эти усы, то они дают больше усов, а цветоносы не дают. Это первый год. И говорят, на них мужские. Это не мужские кусты. Это просто она идет в силу, разрастается и дает усики. А если мне усики не нужны, я их прищипнула. И вот этот куст, как говорится, мужской, никакой он не мужской. Он даст мне цветоносы и будут на нем ягодки. Это была клубничка Альбион. Мне она очень нравится. Она очень крупная, тяжеленькая. Взвешивать не буду, она еще зеленковатая. Она должна быть темно-красная такая. Ну, солнца нет, сейчас дожди пошли. Как она может быть темно-красная? Вот, посмотрите, в общем виде. Вот этих 15 кустиков. И какие они замечательные.
каждый кустик, она еще будет давать и давать урожай. Я вам потом сниму в середине лета, осенью сниму, как она плодоносит. Но на данный момент, сегодня вот у нас июнь месяц, 4 число, вот это ее плодоношение первое. Солнца не было, она еще зеленая. Ну, на базаре ее в полном рассвете уже продают, эту клубнику. Сорт замечательный. Спасибо всем за внимание. До свидания.